10 лет военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под музыку песни Александрова «Государственный флаг Российской Федерации» свыше 50 зенитно-ракетных систем и комплексов, 34 корабля. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации! Вольно! Прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний. Государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России. Знаменные группы сопровождает рота почетного караула в составе взводов сухопутной фоны. С гордостью называя себя «Я Суворец». Покрас Николай Пилипечин. Впервые на Красной площади воспитанники кадетского корпуса детств герой Российской Федерации Роман Романенко. На Красной с каждым годом растет число девушек, желающих связать свою судьбу с российской. Проходят представительницы Военно-космической академии и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны. Сегодня в рядах на главной площади страны просто с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» Федерации и ее союзников. 17 декабря ракетный открывает парад техники легендарный танк Т-30 с боевыми модулями арбалет и корнет, а также бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун» и поддержки их на поле боя. Возглавляет колонну майор И. И проходит колонна современных образцов российской бронетехники. Танковой бригады в составе 152-миллиметровых самоходных гаубиц МСТА-С. С-400 «Триумф» 549-го краснознаменного зенита. Возглавляет колонну 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом подполковник. Годовщина Великой Победы!